самочувствие как уставший бы после боя. Бой сложился достаточно тяжелый, конкурентный. Я к такому сопернику и подготавливался. Ожидал, что бой будет хороший, тяжелый. Вот. Мы к бою подошли в хорошей форме. Ну, бывает, вот складывается вот так вот в поединке. Тебя дали победу сегодня раздельным решением судей. Скажи, согласен ли ты с этим решением? Был ли ты уверен в своей победе? Я чувствовал, что я бой веду, побеждаю. То, что раздельным дали, я не знаю, надо сначала смотреть на видео, оценивать свой бой уже, а судьям как бы виднее. Много так бойцов делают после поединка, скидывают руки, но не всегда в их пользу результат. Хороший, стойкий спортсмен, выносливый достаточно, бойкий боец. Несколько было у меня моментов неплохих, но не получилось ими до конца воспользоваться. Вот, но желательно не упускать такие моменты в боях, потому что затягивать бой это ни в коем случае не советую никому всякое быть. Там сечки, рассечения, либо бои вот такие вот тяжелые разделяющие судьи. Будем, как бы сказать, работать над такими ошибками, моментами. Как бы уже 14 поединков, я считаю, что уже пора выходить на серьезных бойцов. Не стоит там ждать что-то, много, как сказать, со слабой оппозицией боксировать надо. Выходить на уровень уже. Это был хороший соперник, у меня был год застоя. Возможно, из-за этого чуть-чуть такой, как бы, заржавел все-таки, давно в ринге не был. Вот. Может, из-за этого чуть бой так сложился. Что есть, то есть.